Приветствую вас, друзья, на канале Мусалим. Работаем с автомобилем Mitsubishi Outlander. Обработали мы днище. Покажу вам, как это выглядит, какой слой. Вот так вот все у нас проливается. Материал сохнет быстро. Слой около 3 миллиметров получается здесь. Все везде проливаем, насколько возможно технически. Везде. Вот с опаской в том числе материал также наносится. Процедура длится около 2,5-3 часов. И можно эксплуатировать автомобиль. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.